Есть только два вида блинов. Еще не испекли? И какие вчера были вкусные? Да. Встречаем Масленицу вместе с телеканалом «Тольятти-24». Здравствуй, любимый город! Здравствуй, любимый зритель! В эфире программа «Тольятти в деталях». С вами Антон Шибанов. И Маргарита Данишевская. Вот о чем в деталях расскажем сегодня. Первые в истории игры будущего состоялись. В международном мультиспортивном турнире команда Кирилла Шкатова завоевала второе место. Как это было, узнаем у капитана. Погружение в мир гармонии, музыки и красоты. Совсем скоро тольяттинцы увидят музыкально-поэтический спектакль «Любовь земная». Подробнее о нем расскажет автор и режиссер постановки Елена Васильева. Она сегодня у нас в студии. Какие телеканалы можно посмотреть в пакете базовой цифровой от «Лада Медиа»? И какая скидка на подключение действует до конца марта? Расскажем в рубрике «Подключайся». А еще мы запускаем блинный марафон. Делитесь фото блинов, которые вы печете дома. В нашей группе «Тольятти в деталях» ВКонтакте лучшие кадры покажем в эфире уже в четверг. А мы начинаем. Они пока не телеведущие и не журналисты, а только школьники или студенты, но уже погружаются в невероятно притягательный мир по ту сторону экрана. Как работать в прямом эфире? Как сделать интересный репортаж? Чем заинтересовать зрителя? Что должен учитывать оператор при видеосъемке? И как верно расставлять акценты в дикторском тексте? Проект «Школа ТВ» от «Лада Медиа» – уникальная возможность для школьников познакомиться с телевизионными профессиями и даже попробовать свои силы в роли ведущих и журналистов. Увлекательные мастер-классы от профессионалов, общение и первый телевизионный опыт – все это проект «Школа ТВ» от «Лада Медиа» и телеканала «Тольятти-24». Даже не в рабочее время, просто идете по городу, видите какой-то интересный факт и просто говорите ближайшему. Ну, включай камеру, будем снимать репортаж. И чтобы выдать в эфир новость, сюжет, фотографию, текст, использовали большое количество технических приспособлений, которое, конечно, удлиняло процесс создания, но делало его очень интересным. Когда общаешься с ребятами на мастер-классах в рамках нашей школы телевидения, то увидишь, насколько велик у них интерес к познанию телевизионных профессий. И я хочу сказать, что вот такая ранняя профориентация дает возможность ребятам понять, чем они потенциально могут заниматься в своей будущей взрослой жизни, а нам дает возможность заложить основы подготовки молодых кадров. Мне очень понравились люди, которые здесь работают. Они довольно-таки общительные, положительные, все добрые. Довольно-таки хорошо ко всем относятся, с пониманием. И самое запоминающееся мне было, это когда мы пошли в режиссерскую, где проводятся работы над монтажем и звуком. В принципе, вот она сборка. Вот так выглядит программа «Новости Тольятти». 20-минутный выпуск, который состоит из подводок диктора и сюжетов наших корреспондентов. Здесь я вынес очень много нового. Например, как управлять камерой, как правильно, например, держать микрофон, снимать, стабилизировать. Очень понравилась работа звукозаписи монтажеров. Прям очень было интересно послушать свой голос в записи, ну, как говорят другие люди, как говоришь ты. Понравилось все, эмоции очень хорошие, яркие, со всего, можно сказать. Мощная магнитная буря приближается к Земле. Пик интенсивности ожидается 12 февраля. Сотрудники подразделений следят за тем, как они соблюдают правила обращения с оружием. Проверка проходит как в охотничьих угодьях, так и по местам жительства. Она не в кадре. Мы берем в кадр только его. Давай, выставляй и говори, когда ты будешь готов. Много пустоты. Нет, пока не поправляй. Мы ему снимаем ноздри. Снизу, видишь, камера? Значит, камеру надо поднять. Камера поднимается на уровень носа. Мне лично понравилось знакомство с монтажерами, с профессиональными ведущими. У них, правда, можно чему-то научиться, и, ну, это правда профессионалы своего дела. Здесь это стекло, ну, зеркало. Текст с помощью специальной программы начинает бежать по монитору,
отражается в этом стекле, и ведущий видит отражение текста. В духовом оркестре играют музыканты, у них тренированное дыхание, пловцы тренируют дыхание. Они набирают воздух, ему долго нужно его держать. Вот так же диктор и ведущий, он тоже должен обладать таким глубоким дыханием. Всем привет! С вами такой-то, такой-то и... такой-то. И друг друга представляйте. Всем привет! С вами «Молодежные новости Тольятти». И Милана Мочулова. И Егор Споев. И сегодня мы расскажем вам о необычных праздниках. Я впервые попробовала себя в роли ведущей. Для меня это было очень волнительно. Мне очень понравилось. Хотела бы повторить это еще раз. 17 февраля – День доброты. Нужно стараться быть добрым ко всем безгранично и бескорыстно. Это лучшая возможность понять, что от нашего отношения к окружающим зависит очень многое. У вас только впереди классного, интересного и яркого. Самое главное, просто вообще не бояться ничего. Вот правда, не, если вам говорят, ой, не надо, я вот думаю, тебе не стоит этим заниматься. Если вы внутренне чувствуете, понимаете, что «а я хочу», вот если я хочу, делайте. Мне очень жаль, что закончилась школа ТВ, то, что было так мало встреч. Я считаю, то, что такие профессионалы должны учить большему детей, чтобы они заинтересовывались еще больше в этой профессии и хотели стать ведущими в будущем. Я, наверное, бы даже очень хотела стать телеведущей. Скорее всего, быть в кадре, быть ведущим новостей. Сертификат вручается Колесниковой Веронике. Вот, девочка, красивейшее платье. Держи. Красивое, классный успех у тебя. Здорово! Кстати, ученики школы ТВ попробовали свои силы в рубрике «Молодежные новости». Ребята писали тексты, читали их в стиле суфлера, учились правильно интонировать, и все у них получилось. Наша будущая коллега Милана Мочулова подготовила для вас, дорогие зрители, рубрику «Молодежные новости». Это уже второй выпуск с Миланой. Всем привет! С вами Милана Мочулова. Я подготовила подборку новостей на тему высоких технологий. Самарская область вошла в число пилотных регионов участников нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В этом году в 30 регионах России школы и колледжи оснастят для занятий по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. В каждом регионе участники проекта колледжи будут прикреплены до 20 школ для организации совместной работы. В Самарской области отобрано 18 учреждений. Под каждое из них подготовлены планы зонирования и оснащения беспилотниками. Китайские компании представили летающие такси вместимостью до 4 человек. Футуристические капсулы оснащены электромоторами, заряд которых позволяет преодолевать расстояние до 250 километров с максимальной скоростью 200 километров в час. Уже этой весной аэротакси планируют запустить в продажу. Просто фантастика! Нижегородские ученые разработали термоэлектрическую пленку, способную преобразовывать человеческое тепло в электрическую энергию. Это открытие может иметь значительное влияние на индустрию мобильных устройств. Смартфон можно будет подзаряжать, просто держа в руке. Ученые планируют представить образец размером с телефон, который будет крепиться к нему и заряжать энергией, когда устройство находится в руке. Компания «Семени» совершила настоящий прорыв в строительной отрасли. Робособаки сканировали пространство и помогали получить 3D-модели объектов. Провести полный скрининг стройплощадки роботам удалось всего за 12 минут, тогда как человеку на выполнение этой задачи потребовалось бы до 3 суток. Такое применение робота в строительстве улучшает точность данных, сокращает затраты и повышает качество работ. На этом у меня все. Всем пока-пока и до новых встреч!
Первые в истории игры будущего состоялись. Международный мультиспортивный турнир проходил с 21 февраля по 3 марта в Казани. Россия придумала и провела турнир в новых видах спорта в формате, который называется «Фиджитал». Это сочетание классического и цифрового спорта. В Казань приехали более 2000 участников из разных стран. Соревновались более 260 международных команд. Открывал игры будущего президент России Владимир Путин. Игры будущего. Сплетение традиций и современности. Гармония физического совершенства и высокого интеллекта. Единство спорта и технологий, просвещения и науки. Все это необходимо человеку для всестороннего развития и успеха в нашу эпоху стремительных изменений. В том многогранном, многополярном, свободном и конкурентном мире, который формируется на наших глазах. Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. А подводя итоги игр будущего, вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко отметил: «Мы подарили спорту незабываемые впечатления от невероятных соревнований. Игры будущего стали настоящим, общепризнанным в мире брендом, и это огромный успех». Да, это было действительно незабываемо. Второе место в играх будущего в дисциплинах Warface плюс LaserTag заняла команда HLS, которой руководит Кирилл Шкатов. Участник команды победителя сегодня у нас в студии. Кирилл, здравствуйте. Да, привет, привет. Слушайте, ну судя по видео с игр будущего, это какое-то грандиозное зрелище, да. Масштабы поражают. Поделитесь своими впечатлениями от всего этого. Ну, на самом деле так и есть. Посмотрел список участников и вообще, как насколько это грандиозно, я бы сравнил это, наверное, даже с какой-то частью Олимпийских игр, что ли, потому что очень похоже. То есть церемония открытия, очень много стран, президенты, все это прям и в разных местах, и совместные дисциплины, и как это все проходит, то есть эмоции зашкаливали. А как готовиться к таким соревнованиям? Что вы вот конкретно делали? Готовилась команда, то есть у нас две совместные дисциплины, которые нужно было тренировать. У нас была дисциплина кибердисциплина. Это киберспорт, да? Ну, диджитал, да. За компьютером. Да, диджитал дисциплина. Ну, там не только компьютеры, там геймпады, ну и различные девайсы. Ну, все с использованием девайсов техники, да? Да. И физикал дисциплина. То есть отсюда и пошло название фиджитал, что оно диджитал и физикал. То есть фиджитал игры. Вот. Mm-hmm. А физическая дисциплина там зависит от вызова. То есть у нас был тактический вызов, и мы играли в лазертаг. Это с применением оборудования, перестрелка и там закладка цифрового пламени. Ну расскажите, как проходили сами соревнования? Это была какая-то огромная площадка, где много команд, сколько дней, сколько часов вы там были? Вот расскажите о внутреннем процессе. Было очень много команд, так как было много дисциплин, в каждой дисциплине примерно по 8 команд. То есть в среднем, я, наверное, насчитал, по крайней мере, в отеле, где мы жили, было около 60, наверное, различных команд. В каждой команде около 10 человек, ну, там плюс-минус там, от 5 до 10, зависит от того, что там менеджерский
состав у кого-то, то есть, ну, достаточно серьезная подготовка. То есть не просто только спортсмены вот приехали, да, и все. Да. А там укажут там менеджер, там медики, психологи, что-то еще, и что-то еще. Да, то есть там, ну, подготовка серьезная на самом деле идет, и расписание, оно очень такое жесткое, потому что ты должен с утра встать, там зарядка, у кого-то упражнения, у кого-то там процедуры, что-то еще. Там, я каждый день с утра должен встать, мне психотерапевт нужен каждый раз при этом случае. Да. Warface, что за правила? Какие правила? Как это происходит? Это кибердисциплина на компьютерах, то есть такая одна из первых СНГ-игр, то есть ее нет где-то за рубежом, она только внутри СНГ находится. Основная задача — это противоборство, ну, двух сторон, стороны спецназа, ну и... Не спецназа, да, группировки, которая запрещена на территории Российской Федерации. И, соответственно, задача установить пламя, которое там есть для команды не спецназа. Команда спецназа не допустить этого сделать. Ну, все по классике, условно говоря, противостояние двух команд. И в зависимости от исполнения они получают игровые баллы. Эти игровые баллы суммируются. Задача команды набрать 11 игровых баллов. Кто первый набирает, тот, соответственно, получает балл. После этого все переходило на лазертаг составляющую. То есть, если команды отыгрывали в групповых этапах, обязательно был лазертаг, то есть они играли сначала на компьютерах и потом обязательно выходили, то в финале уже было такое условие, что если два раунда подряд, то есть два балла забирает команда в кибердисциплине, то лазертаг уже не выходит. То есть, ну, отлично. А что самым сложным было? Самым сложным было... Переключение, подготовка и режимы. То есть к режиму привыкнуть было очень тяжело. Я примерно понимал, что это нас ждет, но не думал, что это так тяжело. Mm-hmm. Потому что, с одной стороны, кажется, что вот классно, занимаешься тем, что ты любишь, да, изо дня в день. А когда ты, ну, начинаешь этим серьезно, с серьезным подходом заниматься, и у тебя, да, нет времени даже отдохнуть, ты просто, ну, очень тяжело морально. Ну, впервые на таких соревнованиях? Такого масштаба, да. Ну, второе такого место, масштаба, это отличный результат. Да, очень круто. Супер, за первый раз. Как достигли такого? Как вы думаете, за счет чего удалось таких результатов достигнуть? Я бы сказал, что это команда, то есть командная работа вообще у нас была. Из-за того, что мы были микс из состава кибердисциплины и физической дисциплины, у нас, в принципе, хорошие игроки были и там, и там. То есть мы были не слажены, но в целом каждый исполнял то, что, ну, что было нужно. Ну вот команда была из участников из разных городов, верно? Да. Вы как-то до этого взаимодействовали друг с другом? Как это все происходило? Вот в этом и парадокс, что первый раз мы увидели друг друга уже прям, ну, за два дня до соревнований. Вот, и у нас было всего два дня на какую-то подготовку, сплочение, чтобы мы просто хотя бы, ну, поздоровались, познакомились друг с другом, увидели, потому что до этого не предоставлялось возможности всем собраться. И мы просто, ну, в чатах кто-то как-то переписывались, как-то просто общие понятия разбирали. А так, чтобы прям тренироваться, такого не было. И с учетом того, что мы ни разу не виделись и не тренировались в общем, то есть до этого момента, занять второе место — это прям... Это очень круто, согласна. Да, да. Интересно про международных участников. Были наверняка, да, с кем-то удалось пообщаться? Не скажу, что у меня успешный уровень иностранных языков, и прям удалось пообщаться. Но всего 107 стран. На церемонии открытия 7 президентов приезжали с различных стран для того, чтобы осветить это мероприятие. И плюс мы жили все близко, жили все рядом и, ну, тем не менее, общались друг с другом. Ну, пока пересекались, там у нас во время приемов пищи, передвижения, автобусы, трансферы и так далее. То есть мы общались друг с другом. В принципе, в нашей дисциплине все русскоязычные команды. А вот в соседних дисциплинах, когда ты едешь, там ребята там с Индии, там с Финляндии или еще откуда, очень интересно. Хочется с ними пообщаться, но что у них очень плохой уровень русского, английского, что у нас очень плохой уровень русского, английского. Но понимали друг друга все равно прекрасно. Да, как-то так общались. Если не гаджеты, то вообще, наверное, не общались. Вот лазертаг, какие, интересно, он качества формирует? Последний год лазертаг стал официальным видом спорта. Он разделился на два крупных направления. Тактическое и спортивное. То есть спортивное — это мы играем в спортзале, там стоят надувные фигуры, как, ну, в пинболе, вот, в основном вот эти вот большие такие бочки. И вокруг них происходит игра. И, соответственно, там очень много нужно бегать, игра очень интенсивная, но раунды короткие, это всего лишь там 5-7 минут. А есть еще тактическая составляющая. Тактическая, где ты вот лес, заброшенные какие-то дома, здания и так далее. Большая территория. Да, все приближено. Вот есть очень большие игры даже тактические, где участвует там больше тысячи человек одновременно. То есть прям такая глобальная, такая сценарная игра они называются. И
тактическая составляющая тоже хорошо развивается. Больше молодежь, она уходит в спортивную. Угу. А когда они подрастают уже, они... Ну, уже лень бегать, что там. Да. Но они не хотят уходить, не хотят бросать, им все это как-то близко. И, жаль потраченного времени, наверное, в большинстве случаев. Но они любят это и переходят уже в тактическую. А и взрослые, в основном в тактическую только приходят. Кирилл, вот у такой виртуальности много противников, да? Здесь уход от реальности, зависимость от игр. Но вы занимаетесь этим профессионально. Вот что вы ответите тем, кто считает, что вот эта виртуальность, это все очень несерьезно и пагубно? На самом деле, это очень хороший и такой достаточно устоявшийся стереотип о том, что вы там в свои компьютеры играете, да. Но сейчас это становится актуальным. То есть это становится, появляются новые школы, киберспорт стал спортом. Развивается активно, это все развивается, появляется интерес, и плюс входной порог гораздо ниже, чем раньше. То есть если раньше собрать, купить компьютер было кому-то сложно, то сейчас для того, чтобы стать киберспортсменом, тебе достаточно просто купить телефон, гаджет. Киберспорт это сейчас же так начали называть. В принципе, само это явление уже очень давнее, когда играешь онлайн, в интернете, сколько это уже лет назад было, да? Сейчас он уже сформировался, столько лет прошло. Появились спонсоры, то есть люди начали понимать, что это зрелище. Деньги! Да, и все пошло. Развилось. Игры будущего, не случайно так называется, все это как плотнее с каждым днем входит в нашу жизнь. Что пожелаете тем, кто решил посвятить себя этому делу? Некоторые спортсмены начинают с 5 лет играть, 6 лет играть, для того, чтобы осваиваться. Но пожелать им не сдаваться, и если все-таки выбрали такой путь, рассчитывать на поддержку от своих близких, в том числе. И спонсоров, разумеется. Это все очень важно. Сначала, мама, папа, ближайшие спонсоры, а там уже кто-то посерьезнее, надеюсь. Кирилл, спасибо большое за эту беседу, было очень интересно пообщаться. Еще раз с победой, новых успехов и, конечно, до новых встреч. Спасибо. А прямо сейчас у нас для вас подборка интересных спортивных событий. В Тольятти определились сильнейшие юные шахматисты Приволжского федерального округа до 9 лет. В общей сложности за призы и награды сражались более 70 участников из 10 регионов, среди которых Татарстан, Башкортостан, Удмуртия и многие другие. Первое место среди мальчиков завоевал Михаил Черноземов из Самары. У тольяттинки Дарьи Ермоловой, воспитанницы спортивной школы шахматы, бронзовая медаль. Поздравляем, ребят!
А еще юные тольяттинские спортсмены победили на всероссийских соревнованиях «Надежды России» по прыжкам на батуте. Поздравляем Викторию Талапину, Ивана Спрыгина и Максима Дмитриева. Они стали лучшими среди юниоров 11-12 лет. Ребят, так держать. За окном 12 марта. В календаре необычных праздников день запрета на уныние. Опускать уголки губ и предаваться унынию сегодня запрещено. Покажем язык зеркалу, которое нагло врет, что мы не так же хороши, как в беспечном детстве. А еще стартовала масленичная неделя. Время, когда пекут блины, ходят друг к другу в гости. Запускаем блинный марафон. Публикуйте фото своих печеных лакомств в нашей группе «Тольятти в детали» ВКонтакте под постом с блинами или на своей странице с хэштегом «Масленица Тольятти». Покажем кадры с вашими аппетитными блинами уже в этот четверг. Красивый музыкально-поэтический спектакль состоится 19 марта в театре «Колесо». Это новый формат, в котором объединятся воедино живая музыка, поэзия, мультимедиа, игра артистов и хореография. Как это будет? Что ожидает тольяттинцев? Расскажет автор и режиссер спектакля «Любовь земная» Елена Васильева. Она сегодня у нас в студии. Здравствуйте. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Ну вот новый формат, да, какой-то необычный формат, я так понимаю. Да. Как пришла в голову идея соединить, ну вот все, что только можно соединить. Все творчество, да? Идея пришла не случайно. Я с 6 лет пишу стихи, сценарии и песни. И идея целостная зародилась уже здесь. Мне хочется начать с города Тольятти, с города, где мы живем, и подарить эту красоту нашим жителям, а дальше реализовать идею уже по другим городам нашей страны. Именно объединив музыку, хореографию и поэзию воедино. Именно так я чувствую и вижу, как стихи могут соединяться только с музыкой. Плюс в этом спектакле мы используем мультимедиа. Это позволяет зрителю полностью проникнуть в атмосферу красоты и волшебства и почувствовать сердцем ту энергию, которую проживает герой в данном спектакле. Про сюжет спектакля. Главным героем спектакля является душа, которая снимает маски, социальные маски с героев. И снимает она их в тот момент, у каждого в свое время, когда герои преисполнены любовью. Угу. Есть роли любовного треугольника, 20-летний брак, есть конфетно-букетный период, есть разлука, расставание и предательство. То есть все проживания оттенков любви земной, которые каждый из нас с вами уже проживали. И с помощью хореографии, музыки и глубокого погружения зрителя он может насладиться и перепрожить те эмоции, которые, возможно, у него где-то закапсулированы, где-то сохранены. И в то время, когда душа снимает маски с героя, он начинает жить настоящей жизнью. Его душа пробуждается, сердце раскрывается, и он начинает играть настоящую, единственную роль в божественном сценарии под названием «Жизнь». Лена, давайте поговорим о тех людях, которые будут принимать участие в самом спектакле. Как играет душу. Как проходил отбор? В общем-то, да, кто эти актеры, хореографы, кто эти люди? Это люди наши местные актеры, музыканты, хореография, также все наши местные звездочки. Нас поддержал ведущий актер театра «Колесо» Андрей Амшинский. А также участвует в нашем спектакле актриса театра и кино Светлана Свиридова, чтец Евгения Карельская, Владимир Кучай, также Юлия Зубцова, Халил и Мария Артыкова, Сергей Умылин, фортепиано. И такие красивые афиши вы можете увидеть в различных местах нашего города. И ознакомиться с творческим составом, с программой. Да. Очень красивые афиши, правда. Нежная. Елена, вот вы окончили гуманитарный факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей. Да. Между тем, делаете такие красивые афиши и такие спектакли. Ну, на самом деле, конечно, это не единственное мое образование. У меня за плечами две академии, множество курсов, в том числе и телеведущих, которые я не закончила. То есть вы постепенно от экономики к творчеству как-то пришли, получается? 6 лет человек пишет стихи. Да. На данном этапе жизни, как и в моем спектакле, я сама снимаю социальные маски. Себя. Себя, те маски, к которым люди привыкли. К маске экспертности и других социальных ролей. И показываю свою душу творческую этому миру. Предлагаем посмотреть небольшой видеоролик о спектакле, а затем продолжим наше общение.
Вечер полный волшебства и доброты. С первых секунд вы погружаетесь в мир глубокого проживания красоты и гармонии взаимоотношений человека с миром и с самим собой. Музыкально-поэтический спектакль «Любовь земная». Любовь открывает сердца, и человек пробуждается от иллюзорного сна, начинает играть свою настоящую роль в божественной пьесе жизни. Это история о том, как душа снимает маски с каждого в свое время. Любовь – ключ от всех дверей. Уникальный формат, объединяющий воедино живую музыку, поэзию, мультимедиа, игру артистов и хореографию. Впервые в Тольятти, 19 марта, театр «Колесо». Погрузитесь в атмосферу волшебства и доброты. Станьте частью благотворительного проекта. Приходите на спектакль, приглашайте друзей и близких. До встречи на премьере. Елена, мы знаем, что спектакль благотворительный. На что будут потрачены все собранные средства? Куда они уйдут? Я сотрудничаю с фондом «Другое детство», и часть вырученных средств пойдут на покупку специального велосипеда для мальчика Рустама, которому 8 лет, мальчик с ДЦП. Угу. Наш тольяттинский ребенок, да? Да, наш тольяттинский. И также я взаимодействую с программой фонда «Помогатора». Ну, это прекрасная цель – помочь нуждающимся детям, которые нуждаются в поддержке, в реабилитации. А какие еще задачи у вас в постановке спектакля? Расскажите. Спектакль проводится в поддержку президентской программы с целью сохранения духовных и семейных ценностей. В дальнейшем я планирую получить поддержку от Самарской области для того, чтобы спектакль «Любовь земная» был включен в план мероприятий согласно национальному проекту «Демография». О, это потрясающий план, амбициозный, пусть все обязательно получится. Елена, знаете, какое слово чаще всего употребляется в спектаклях, в кино? Это слово «любовь». Как думаете, почему? Любовь – ключ от всех дверей, и любовь – ответ на все вопросы. Только в этом состоянии мы чувствуем, что мы живы, мы радуемся жизни, и мы можем достигать любых целей, любых желаний, верить в себя. Благодаря любви этому состоянию мы чувствуем, что мы живы. Прекрасно. А как же попасть на ваш спектакль? Где купить билеты? Да. Билеты продаются в кассах театра «Колесо» и по специальной ссылке, которую я публикую также в своих соцсетях. Будем искать. Елена, кому будет интересен этот спектакль, кого приглашаем в качестве зрителей? Мне хочется максимально привлечь внимание общественности и пригласить жителей города Тольятти на этот прекрасный спектакль. А также я обращаюсь к предпринимателям, которые могут стать для нас спонсорами и партнерами и выкупить часть билетов для родителей детей с инвалидностью. Приглашаю вас стать частью благотворительного спектакля «Любовь земная». И благодарю всех, кто уже сейчас оказывает поддержку. Благодарю всех неравнодушных. Приходите, получайте эмоции, всем любви и прекрасного настроения. Ну, замечательно, пусть так и будет. А мы вам желаем, в свою очередь, яркой премьеры, хорошего спектакля, который обязательно затронет самые глубочайшие, я уверен, струнки каждого души, каждого, кто придет. Благодарю Елена, вас. Пусть все амбициозные ваши планы обязательно сбываются. Благодарю. Спасибо вам большое за этот разговор. А прямо сейчас наша традиционная рубрика «Подключайся». Анита Аношина расскажет, какие телеканалы появились в самом популярном пакете базовой цифровой от «Лада Медиа».
Анит, привет! Привет! Здравствуйте, дорогие зрители! Привет, Антон и Рита! Погрузиться в мир природы, посмотреть фильмы о жизни амурских тигров, дальневосточных леопардов, белых и гималайских медведей. Все это возможно благодаря первому российскому телеканалу с собственным производством «Живая планета». Я сам такой большой поклонник этого канала. Да. Вот как еще можно, не выходя из дома, насладиться невероятными пейзажами Камчатки, да, Кавказа, увидеть мир дикой природы. Это зрелище действительно потрясающее, да? Верно, Антон. Кроме того, на телеканале «Живая планета» зрители ждут обучающие проекты для детей и родителей, шоу о том, как выбрать домашнего питомца и многое другое. Телеканал доступен на 157-й позиции. А вы задумывались когда-нибудь о том, что природу делают люди? Люди делают природу доступной. Люди делают природу экстремальной. Понятной. Забавной. Удивительной. Своей. Люди делают природу преданной. Красивой. Такой домашней. Живой. Люди делают природу такой, какой ее знаем мы. Или не знаем. Телеканал «Живая планета». Природу делают люди. Спасибо большое, Анита. В конце марта школьники уйдут на весенние каникулы. Какие телеканалы можно порекомендовать для просмотра самым юным зрителям? Я рекомендую семейный телеканал для родителей с детьми от 4 лет «Киномульт». Это место встречи двух поколений. Родителей, которые хотят показать детям фильмы из своего детства, и детей. Телеканал собирает у экрана всю семью для просмотра современной анимации. Знакомит юную аудиторию с культурным достоянием страны. Канал доступен на 155-й позиции. В детство можно вернуться, и в него можно пригласить своего ребенка. Встречайте новый семейный телеканал, который объединяет поколения. «Киномульт». Что смотрели взрослые, когда были детьми? Что смотрят дети перед тем, как стать взрослыми? Новый семейный телеканал «Киномульт». Включаем и смотрим вместе. Спрашивайте у вашего оператора платного телевидения. Что любила мама? Что смотрел папа? Что включала им бабушка? Теперь я знаю. Привет! Вместе мы хохочем, веселимся и вместе обсуждаем увиденное, словно мы ровесники. Невероятно! Как здорово смотреть телевизор всей семьей! Новый семейный телеканал «Киномульт». Спрашивайте у вашего оператора платного телевидения. Анита, спасибо. Как здорово, что существует такое разнообразие телеканалов. И можно выбрать программы на любой вкус и возраст. Да. Спасибо, друзья. Кстати, до конца марта действует скидка на подключение цифрового ТВ, интернета или комплекса ТВ плюс интернет от «Лада Медиа» со скидкой 23% на целых 8 месяцев. Скажем по секрету, таких цен вы нигде не найдете. Всю подробную информацию вы можете найти на сайте ladamedia.ru, в наших социальных сетях и телеграм-канале, а также по телефону 8 800 600 15 15. «Лада Медиа» с вами на все времена. А мы еще раз напоминаем, дорогие зрители, что ждем ваши фото с блинами в нашу группу «Тольятти в деталях» ВКонтакте или публикуйте на своей странице с хэштегом «Масленица Тольятти». Лучшие кадры покажем в эфире уже в четверг. А у нас на этом все. Телеканал «Тольятти 24» смотрите и слушайте в Телеграм, а также во всех популярных соцсетях. Новости, прямые трансляции, интервью, фильмы, сериалы. Телеканал «Тольятти 24» всегда. Самое важное и интересное – это телевидение родного города. Берегите друг друга и до новых встреч! Пока-пока!